Друзья, всем привет! Вы на канале Сельченко в Америке. Мы снова приехали в молл. Я, Оксана и Марика. Как приехали? Забежали. Я еду с работы. Зашли, покушали, конечно же. Вот этот магазинчик, где я покупала себе, друзья, вот эти свои башмачки. Я уже их одеваю, классные, такие тепленькие, легкие, удобные, мне нравятся. И еще мы хотим зайти сейчас, там Марика, пока Мирославы нету, мы без Мирославы, то нужно Мирославе купить подарок, и чтобы она не видела, и подружке еще она там хочет купить, то... Ну, то я же не буду показывать, что мы купим. Да. То мы заедем... Викторию Секрет зайдем, посмотрим там кое-что и поедем домой. Мама, вся машинка уже красная. Надо было, что-нибудь у нас было. У нас есть еще в гараже, по-моему, лежит, да. Людей вот так у нас немножко. Сегодня понедельник. То... Ага, классная, да? Да, здесь. Тоже дорогой магазин, классный. 175 ботиночки вот такие. 131 сейчас. Легкие такие. Удобные. Пальтишко. Идем, идем. Не останавливаемся. Здесь обувь дорогая, тоже фирменная, классные кроссовки, вернее, только, ну, кофты еще. Был у нас магазин Халлистер, но мы, хотела сказать, мы его закрыли. У нас его закрыли, и теперь у нас Халлистер нету магазина. Вот здесь он был. Вот, друзья, уже пришли, мы зашли в магазин Виктория Секрет. Любимый магазин многих девушек, многих женщин. Они его очень многие любят. Мне тоже самой он очень нравится. Классный, хороший. Здесь всякие... Ну, конечно, дорогой он. Есть иногда скидки. Вот сейчас здесь эти вещи. Вот на 50% скидки. Такие платья. Вот по $30 или сколько там. Я вынуждена, друзья, это видео озвучивать, так как в этом магазине постоянно звучит очень-очень громкая музыка, что, ну, невозможно даже разговаривать, не слышно. То я решила его вам озвучить и немножко рассказать. Конечно же, оно интересней, если, ну, как бы сразу его озвучиваешь там, в магазине. Вот эти костюмы спортивные, они, ну, как не спортивные, или как сказать, очень мягкие, классные, они по... Одна кофточка 60 или 130, ну, дорогие, но очень хорошенькие. Но сейчас на них скидки нету. Вот эти халатики были 59, такие коротенькие, молодежные. Это очень хорошо брать на подарки кому-то, девушкам. И сейчас они уже 29, ну, $30. То это, ну, нормальная скидка, я так считаю, 50%. Это вообще классно. И качество очень хорошее. Пижамки вот эти тоже 35, наверное, там цена пишется. Тоже хорошенькие. Такие ночнушки, такая тепленькая. Ну, как тепленькая, на бретельках. Разве может быть что-то теплое? Это рождественские. Здесь красивые всякие такие пижамки. Вот халатики эти. В горошек есть еще вот такой. Кремовый там дальше лежит. Такой нежный-нежный. Мне очень понравился вот этот розовый. Ну, у меня есть сюда купон. У Мирославы где-то он. Когда берешь на $70, то $20 скидка. Или 30, я не помню. То мы сюда зашли. Марика там себе хотела, ну, купить. Там для подружек своих. И вот эти духи уже, я тоже удивилась, это на Рождество, они уже на 50% скидки.
то вот эти баночки просто я сейчас не вижу в магазине. Я видела, сколько 79 они стоят, 80, а сейчас они будут стоить $40. И вот пробнички можно пробовать, нюхать, брызгать. Вот такие тоже в баночках. В стеклянных баночках я покупала себе. Не знаю, на любителя. Они классные, пахнут, но не держат, мне кажется. И вот такой, как Эдвент календарь, знаете, такой. То это из духов такой сделали. В каждом дне будет маленькая баночка, бутылочка духи, парфюма. Вот такие пробнички 3. 25. Ну, я не вижу сейчас, когда я озвучиваю, то я не вижу. А когда я была в магазине, то я там видела цену, потому что оно было в моих руках, а сейчас не видно. Вот такие наборчики хорошенькие. Это уже такие пластиковые баночки такие. Эти более дешевые, чем эти вот такие. Ну, тоже на подарки можно брать. Но это 50% скидки. А после Рождества, вот и свечка идет, духи, крем и свечечка. Такие косметички, сейчас 25 вроде бы они. Но я помню, мы в прошлом году, я с девочками сюда приходила, и я покупала их по $4 вроде бы. Так красиво здесь, так все, ну, мне нравится этот магазин. Все такое, такие темные, черные эти тумбочки. Есть вот такие спортивные, можно сказать. Не можно сказать, так оно и есть. Вот эти нужно себе будет купить. Они мне очень понравились. И сразу к ним идут леггинсы такие вот под цвет, как костюмчики такие. Заниматься спортом, там бегать на дорожке или куда, или даже так ходить. И вот тоже такие интересные. Я не знаю, я что-то так привыкла. Вот такие спортивные носить и все. Просто мне они так нравятся. А вот такие, я не знаю, я ну просто не люблю. Ну, или отвыкла, или как. Ну, те спортивные, они такие удобные. Шлейки не съезжают, ничего такое. Ну, очень мне нравится. Не знаю, есть ли такие люди, которые тоже так нравятся. И вот здесь в каждом ящике шухлядка, как я говорю, многим как бы не нравится, многим нравится, как я так говорю. Ну, у нас так говорили. Ну, хорошо, я буду говорить ящики. Выдвижные ящики. И здесь лежат вот понумерованы. Очень хорошо. Какой тебе размер нужно? Ты открыл вот этот ящик и посмотрел, есть ли твой размер. Какой цвет, какой размер. Очень удобно. Они это так сделали, что ты не будешь его очень долго искать. И вот на этой стороне тоже 50% скидки. А здесь 5 вот таких всяких кремов. Туалетная вода или гель для душа, то 5 за 35 вроде бы, или 37. Это я гранат. Очень. То ежевика, это гранат. Ну, просто такие приятные ароматы. То, что я хотела сказать, вот эти... Все эти парфюмы, которые сейчас уже на 50% скидки, они будут после Рождества. А это у нас в Америке Рождество 25 декабря. А это после Нового года. В январе где-то, середина января где-то так. Здесь в этом в магазине Виктории будут такие скидки 75%. Даже бывает 80%. Просто, ну, уже, ну, за копейки можно взять. И духи, и всякие помадки такие. Всякие такие гели, чтобы кремы. Ну, косметички, всякие сумочки. Очень-очень оно будет. Все дешево. И вот это такой наборчик тоже. Видите, сколько там маленьких всяких пробничков. Тоже очень классный. Ну, я так считаю, классный подарочек. Можно... кому-то подарить и купить и подарить. То хорошо, что хотя бы этот магазин у нас не закрыли, потому что очень много закрывают магазинов, уже закрылось, вернее. То хотя бы этот есть.
Халлистер у нас такой, Холлистер был такой магазин классный, брендовый, но тоже его закрыли уже. Несколько лет, как его в нашем городе нет, нужно покупать на интернет или ехать 2 часа от нас в другой город. Вот здесь то мне так, ну просто так красиво, но такая большая банка, смотрите, это просто для красоты, там, наверное, 2 литра где-то будет. Она стоит пустая, и вот тоже такая, вот эту банку купить бы духов, и мне кажется, на полжизни будет достаточно, потому что они очень большие. Есть даже такие скидки, да, вот 2 берешь и 2 бесплатно. 2 покупаешь, есть за $30. То мне нравятся такие, когда берешь 2 покупаешь оригинальную цену, а 2 бесплатно тоже. Скидка прекрасная. И все так аккуратненько, чистенько все. Ну, пижамки я эти думаю. Размышляю над ними, взять или не взять. И халатик этот очень мне что-то розовый такой нежный просто, а качество просто, ну очень-очень мягкое, прекрасное такое. Есть зеленый цвет, бордовый цвет и этот розовый цвет халатиков. Пижамки вот такие, шортики, коротенькие шортики. То $35, наверное. Это уже по скидке, так они дороже. Вот так они смотрятся. Такие рубашка такая и такие шортики. И это рождественские, тоже красивый такой цвет. Это уже длинные штаны идут. 35, наверное, или $37, что-то так. Ну, со скидкой. Синий, вот красный, зеленый. Эти тапочки $20. Как-то я не посмотрела, сколько они были. Что-то я забылась даже в магазине. Но очень нежные такие, мягкие, тепленькие. Как-то что-то я их только потрогала и ушла. А сейчас смотрю и думаю, надо было взять кому-то. Это такие шортиками, как бы кофточки, футболочки или как оно. И пижамки вот еще тоже на подарочек. Купил пижамку себе и все. $35 они. Тоже рождественские, видите, эти. Вот цвета, они очень быстро будут на скидке, потому что ближе к Рождеству им нужно будет их распродать. Они их не будут оставлять на следующий год. Нет, они их в этом году. И вот женские трусики очень классные здесь тоже. Тоже все подписанные, все понумерованные. Вот отодвигаешь ящик и выбираешь. Там сразу пишется S-ка, XS-ка, medium, large. Какие тебе нужно? Вот. Ну, хорошенькие они, классные. Сейчас они 3, 5, 5 пар за $35. Вроде бы так, да. А если без скидок, то они стоят $12, наверное, что-то так. И вот такие пенюарчики, если правильно назвать, такие сиреневые, красивые, атласные такие. Но они очень дорогие, я уже не помню. Ну такие 80-130 долларов, знаете, так дорого. Это такая... Смеялись мы с девчатами. Черные есть, вот пеньюары тоже красивые такие. И само качество такое хорошее, классное, ну, замечательное, можно сказать. Но эти сейчас, они как бы оригинальная цена, они не на скидке, дорогие. Это шортиками. Идет такая маечка на бретельках и шортики. Такие ночнушки всякие. Черненькая тоже такая. Клешная, широкая, хорошенькая. Бордовые вот. Розовые.
Это такие же, тот же цвет, только красный. Вот это тоже такая ткань, просто замечательная. Ну, аж, не знаю, в руках чувствуется, что хорошие. Блестящие я люблю. Такие бюстгальтеры, они по или 45, или 35, я уже не помню. Но дорогие, но хорошие. Это тоже пижамки, такие шортики. И маечка на бретельках, тоже красивые такие. Кружева там много. Но цену не помню, друзья. Ну, дорого. 70-79, вот такая цена. Раньше этот магазин у нас был такой на один зал, а сейчас они как бы на два вот таких зала отдельно сделали большой. Эти кофточки вот на скидке 25 долларов, а были они 59, наверное. Это XS-ка, размер очень хорошенький. А вот здесь еще в отделе тоже есть скидка, распродажа как бы, но не знаю, что-то я там ничего не нашла. Если есть пенюарчик, халатик такой, то нет уже ночнушки или наоборот. Это такие костюмчики спортивные по вроде бы 130, а не что-то так. Ну, без скидки. Это, ну, такие новые привезли. И вот такой же тоже, как красный, то такой розовый. Марийка здесь подружкам своим покупала подарки. Они друг другу тоже на Рождество там берут, то мы приехали сюда. Вот это мне понравилось, хорошенькая такая, тянущаяся и, мне кажется, велюр или как, я даже уже не помню, как оно правильнее будет. Такие костюмчики молодежь все носит. Ну, это только женские Виктория Секрет, друзья, мужского здесь нету. Только для женщин. Хотя мужчины сюда тоже заходят и покупают своим женам, девушкам. Худи, вот этот худи мне понравился. А цена, наверное, 70 долларов или 79. Вот так. Магазин прекрасный, друзья. Все замечательное. Извиняйте, конечно, что озвучиваю, но вынуждена. Думаю, хотя бы так покажу. Потому что если не озвучивать, то совсем не показывать. А это все, ну, для меня интересно. Всем спасибо. И, друзья, уже мы во втором магазине. Три берешь, одна бесплатно. Такие всякие тоже. И здесь и крем, и кремы, и духи, и парфюмы. 16,50 за эту баночку. То 3, а четвертая бесплатно. 3 за 10. Всякие скидки есть. Ой, какой он большой стал. Был помет. Но что хочу сказать, здесь свечки просто чудо. Волшебные. Они, друзья, так пахнут. 26 долларов одна свечка. Но если ее зажечь в доме, да, такой прекрасный запах, аромат по целому дому. Вот этот магазин самый лучший насчет свечек. Мне очень нравятся они. То, да, хорошая скидка. Две берешь, а две бесплатно, друзья. Одна стоит 25, 26,50. Так, за 50 долларов это будет 4 свечки. Иногда бывает еще даже 3 берешь и 3 бесплатно. Да, супер. Прекрасно. То я помню, брала такие свечки в других магазинах. Вот. Ну да, нормальные, классные. А именно в этом магазине очень-очень они. Ох, какие подставочки даже есть, смотрите. И вот есть такие. Ой, как красиво все сделано. Просто. Это такие, как же сказала пахнючки, да, кто-то смеялся очень. Это вставлять в розетку. И есть такие ароматизаторы, вот знаете. И оно пахнет освежителем, можно сказать. Но как освежитель, вот еще будет такая красота.
такой цветочек. $15 один. Это просто без этой баночки. Вот эту баночку берешь, вставляешь сюда в розетку, и оно будет прекрасно пахнуть. Вот красивый такой, как ночничок какой-то, лампа такая. Классные. То они 5 за 25. $5 это как пачка яиц моих, которые я продаю. А вот пробнички можно пробовать, крем. Все. На руки, конечно же. А то я так сказала, пробовать. Ну, свечки классные. Еще и подставочка классная. И вот подставочка такая, что я видела. $25. Ох, как пахнет. Да. Такой ножкой. Смотрите, сколько этих свечек. Это просто. Есть и маленькие, вот, бери маленькие. Тоже здесь очень хорошо выбирать подарочки на Рождество. Классно. Вот, Merry Christmas, смотрите, такие. Сумочка с такими там духами идет. И сколько она? $17 она. Но 40%. Нет, $40. Under. Это гифт карт будет $40, если там насколько набираешь. 8,50, вот такие маленькие. Это бомбочки такие в ванну. Я думаю, они тоже здесь классные. $10 одна. Вот так уже делают, чтобы сразу готовое было. Или вот так в сумочке. Тоже сразу гель для душа. Классно. Вот такой себе наборчик. $36. Да. Это что у нас за такая маленькая красота? Угу. А там хенд-санатайзер. Как же это будет вставлять? Как будет вот санатайзер на русском? Антисептик или как будет? Mm-hmm. Антисептик? Даже я это знаю. Тоже такое интересное все. А где Марика наша? Уже там? Мы уже ждем Марику. Она сюда хотела очень. Вот такие. Вот так. Красота. Чуть не упала. Угу. Но это отдельно нужно покупать еще такую баночку. Туда вставляешь в розетку, и оно так работает. В костка я ее беру набором. Что-то у кого-то упало. Вот это мыло тоже очень классное для рук. Оно такое пахнючее. 8,50. Но я думаю, что есть на него скидка. Но очень классные. Но не вижу. Я. Так все красиво. А такие всякие коробочки. Все так аккуратненько. А, да, есть на мыло. 5 за 25. 5 баночек мыла за $25. А так. Одно 7,50. А, то было 8, да? И вот сразу есть такие красивые. Тоже, если хочешь, чтобы в туалете там или где стояло красиво, то такую подставочку. Подставочка сама $13. Ну, может, тоже на ее скидочка будет, потому что сейчас на все есть. Красиво так. И они очень пахнущие. Такие классные мыло. Есть вот такая. Все, уже скупилась, Марика. Мне треба вопрос.
Можно показывать. Ну, а ты уже купила? Ну, я не купила. Ты можешь покачать. Для каждого мыла есть вот такая красота. Хочешь, вот такое берешь? Смотрите, как красиво тоже будет. И вот в этот солдатик такой тоже. Эти мыла очень классные. И вот подарочки тоже они запаковывают. Можно сразу брать подарочком. Можно так. Жду Марику. Она пошла там покупать. И тоже скидка не всегда есть в этом магазине тоже. Что? Эта сторона что, мужская может быть? Потому что, ой, как классно. Вот это красота. Да, это мужское. $36 такой для тела. Классная банка такая большая. Раньше не было для мужчин здесь. Они переехали, это в другое место у нас. 36 такой наборчик. Тоже классный. Теперь буду знать. Мы уже, друзья, в Target магазине. Какие куколки классные. Ой, еще здесь что-то нужно купить. Какие костюмы. Детские кофты, куртки. $70. Сейчас 20 скидки. Сразу видно все рождественское такое. Красное, яркое. Классные. Учим уже Оксану. Ой. Или туда пойду. Рассчитываться уже. Excuse me, guys. Я иду туда. Такие елочки. Все такое прекрасное, красивое на Рождество. Просто. Starbucks здесь есть, кофе. Тоже. Вкусное кофе, люблю его. Вот стаканы даже здесь какие классные, золотые. Не самый красивый вот этот. $29. $30. Как пахнет кофе. Уже будем ехать домой, но нам придется идти. Что-то Марика себе купила. Может быть, мы и улицей пойдем. Мы выходили здесь недалеко. Сейчас проще. Так что нагулялись мы прекрасно сегодня.